Это самый лучший путь. Контрольный пункт прямо по курсу. Неплохо, Комаров. Все должно пройти гладко. Хищник 1-6, мы на позиции. В-6, говорит Хищник 1-6. Работают генераторы помех. Даю разрешение открыть огонь по пункту караула. Конец связи. Солп, занимай позицию на баке и приготовься по моему сигналу нейтрализовать охранников в башне. Остальные за мной. Пошли, пошли, пошли! Выходим. Одевайте вражескую форму. Пора гасить свет. Комаров, мне нужны твои люди на случай, если водители начнут задавать вопросы. Просто отвлеките их, пока мы не разыщем сына Захаева. У нас мало времени. Приступайте. Ты в этой форме умора просто. Хорошо, что ты здесь. Потому что на русского ты, ну, никак не тянешь. В-6, на связи Хищник 1-6. К вам направляется вражеская колонна. Вижу 6 машин. Конец связи. Вас понял. Не открывать огонь до моего сигнала. Движется на север. Направляется к окраине города.
Внимание! Этот квадрат кишит вражескими силами. Конец связи. Прекратить огонь! Прекратить огонь! Этот парень нужен нам живым.
сигнала. Да, цель подтверждена. Объект на крыше. Он в вашем распоряжении. Бросай оружие! Бросай, сказал! Могу выстрелить ему в ногу, сэр! Нет! Мы не можем так рисковать! Не стрелять! Соуп, хватай оружие и задержи бросай его! Оружие. Черт, у парня проблемы. База говорит B6. Сын Захаева мертв. Мы возвращаемся. Черт побери! Его сын был нашей единственной зацепкой, сэр. Забудь. Я его знаю. Он этого так не оставит. Идем.